В общем-то, я готова к 1 сентябрю. Мы идем в школу. Не знаю, у меня смешанные чувства. Кстати, такая еще новость. Бомбилионана! Картошка, смотрите, как красиво стоит. Вот это вот наш любимый класс. Это ужас. Нет, смотрите. Вот, носки. Мои носки. Мои носочки. Всем привет, Туся, с вами Бекуська, и вы на моем канале, и сегодня я буду снимать влог. Сегодня уже 1 сентября, а влог у меня будет типа 31 августа и 1 сентября. Я перезаписывала приветствие, потому что то приветствие мне не очень понравилось. В общем, я не знаю, что говорить, просто приятного просмотра, смотрите мой вчерашний день и сегодняшний день. В общем, я уже собралась на танцы, и сейчас как раз-таки пойду туда. Ну, кстати, такая еще новость. Сегодня я пойду гулять, ой, на улицу в кофте. Да, в принципе, гулять пойду в кофте, потому что сегодня очень тепло. Вчера, позавчера... А нет, вчера тоже было тепло. Вот позавчера было холодно, я была в куртке. А сегодня тепло. Я надеюсь, мне не будет жарко. Если будет жарко, то я просто ее сниму и положу в шопер. Ну, в общем-то, как я и предполагала, на улице очень-очень тепло. Но пока что мне не жарко. Я, наверное, сейчас дойду до места назначения и там уже сниму кофту. Короче, я уже пришла с танцев, я перекрасила стрелки, то есть я вот тут еще снизу чуть подвела, потому что в марте как раз-таки я так и ходила, мне так больше нравится. Вот, я уже минут через 20, наверное, пойду гулять, и в 6 часов у меня брови, поэтому я пойду на брови. Кстати, на улице солнышко скрылось, там стало чуть-чуть попрохладнее, я сейчас вот это вот все убирать буду, вот, и уже пойду гулять, наверное. Короче, я сейчас уже иду на остановочку. Посмотрите, как все красиво. Книжки разные читать. Тонким перышком все трать. Посмотрите, какая эстетика. Вот такие вот мы гуляем. Передайте привет моим подписчикам. Все, это вот это вот моя новая подписчица и моя новая подруга. Смотрите, как красиво. Гуляем. Евангелион на. Ладно. Что это такое? Картошка, смотрите, как красиво стоит. Ой. В общем, я сейчас иду на брови. Вот, я не знаю, куда идти, поэтому сейчас моя мама подъедет и довезет меня оттуда. Короче, я уже пришла. Вот. Сейчас. В общем, я уже пришла домой, оцениваем бровки в комментариях, и я сейчас уже буду потихонечку собираться, готовиться ко сну, потому что уже темно, да, вот. Я продолжу завтра снимать влог, потому что, мне кажется, я очень мало сняла для влога. Для влога получилось всего лишь там 3 минуты, даже может быть чуть меньше. Оцениваем бровки без макияжа, вот так вот это выглядит. Теперь мне придется по утрам красить брови. Супер. Только укладка небольшая, и все. Смотрите, как только мне приехал, сейчас будет растопырка, распаковка. Рейся. Рейся, блин, что пролезть не можешь? Я уже собралась. Я не знаю, будет ли видно, потому что она постоянно как-то куда-то уползает. Была бы она чуть повыше, было бы нормально. Но она постоянно куда-то уползает у меня. Поэтому я надеюсь, все-таки ее будет видно. В общем-то, я готова к 1 сентябрю. Очень-очень здорово. Вот. Я тот самый тип человека, который стоит за 5 часов до подъема, собирается, потом не знает, что ему делать 3 часа, потому что он уже собран. Да. Мы идем в школу. Это очень-очень здорово. Вот. Вот там школа. Спасибо. Мы пришли сюда. Не знаю, у меня смешанные чувства. Я еще не верю. Здравствуй, почему рыжий? Договорилась. Ладно. Ладно. Все выросли, а я нет. Ты, короче, вверх выросли, а я что-то на месте осталась. Все.
Давай, Анька, я тебя фотою, садись красивенько. Там вот линейка происходит. В общем, тут все замазали. Раньше тут были красивые рисуночки, желтые стены. Какого Путина? Ну, вообще Путин. Мы теперь будем каждый день петь эту гимн России по пятницам и четвергам. Как в прошлом... Ой. В том туалете более-менее. Что... Ну, со туалет изменился. Да. Синий стал. Все, уходим из туалета. Все. Вот это вот наш любимый класс. Обзор. Здорово. Смотрите, вот это вот я. Здравствуйте. Дайте пройти, пожалуйста. Это наш новый классный уголок. Это я. Это ужас. Смотрите, какая у нас растопырочка, пока Полина уже съела. Вот, магнитик. У меня вот такой вот магнитик. О, смотрите, я уже ничего не взяла в гостях. Да, потому что у тебя так темно. Как вам на мои носки? Вот, носки. На мои носки. На мои носочки. Так, всем привет. Что ты собачку выгоняешь? Катюропуси. Это краткий пересказ. Кто не смотрел, тот бот. Блин, тут камера плохая в Снапчате. А мне памяти нет. Смотрите. Она полезла. Она сейчас прыгнет в дырку какую-нибудь. Полина. Посмотрите, какая у нас семья классная. Я сейчас умру от смеха. О, боже. Ты чё чёрный такой? Извиняюсь за качество, я просто снимаю. Сейчас не в камеру, у меня нет места. Вау, вы посмотрите на эту ночную эстетику. Я уже иду домой от Полиночки. Короче, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, а я завтра пойду в школу учиться.